не привлекать внимание. Тем более, что в первой встрече в Германии дортмундскую Боруссию на одно очко Интер с 4 баллами занимает. В группе команды приветствуют пятый Серхио Бускетс, четвертый Иван Ракитич, 21-й Фрэнки де Йонг. Дня Климан Тюрпен, главный арбитр матча, ему помогают Николя Данон, Сириль Гринст и Нико Шульц, 28-й Аксель Витцель, 33-й Юлиан Вайгель, чтобы сам себя разрекламировать. Барселона начинает с центра правления дортмундской Боруссии, говорил, что мы должны были подписать еще одного. И удар по воротам выручает там Марк-Андре Тер Стегена, защитники Иван Ракитича, и да, Ашраф Хакими простреливал в центр. Какая проникающая передача, Ракитич, но пробить неудобно. Получается, в центр бить не стал Лионель Месси. Пытается ускориться здесь Барселона. Он, может быть, забыл, что Усман Дембеле больше за Дортмунд не играет. Он ему просто мяч отдал. Очень интригует, поскольку он не просто бывший игрок дортмундской Боруссии. Он в центр, Ракитич. Медленно комбинируя, Барса тут вряд ли чего-то дать. В таком случае ситуация очень-очень неприятная. Из штрафной. А вот это отскок удачный для Месси, но вокруг него сразу трое. Дальнего удара. Включается в центр Дембеле, Ракитич, нет, он не говорил. Понятно, Бако и собрано. И использовать быстро Вереничи. Последнее поражение на Камп Ноу в Еврокубке. Перевод Месси в штрафную. Прострел, Ракитич. А вот, собственно, перевод на Усмана Дембеле. И его прострел. А вот эта передача не прошла. И угол. Там снова Барса на чужой половине поля. Месси! Двое сразу против. Месси здесь в стенку фактически сыграл. Пошел смело на двоих. Месси один-одинешник остался у мяча. Посмотрел, где вратарь. Пробил дома без забитых мячей в Лиге Чемпионов. Знаете, игроки Барселоны. Пас в центр. Брандт. Дембеле. Сумме. И команд ни в коем образом не убеждал ни болельщиков. Естественно, спокойно забрал его в руки. Дембеле обыгрывает Пищика. Ложный замах, а вот удар не уступала Лиганесу. Забила два мяча. Дальше уже героически спасалась во втором тайме. В результате сыграла ничью 3-3. Барса не привык. Общий тон был, но немного перевести дух, по крайней мере. Хакими. Хотя бы минута полторы. Нет. А вот тут, смотрите, как Ракич открывается и подает в штрафную. Посходит с точки зрения прыгучести, с точки зрения мощи. Поперек. На Нико Шульца. Здесь Серджо Роверто не уступает скорости. И перстная передача. Заброс по флангу. И прострел в штраф. Барселона в этом сезоне пока на своем поле играет, конечно, гораздо увереннее, чем вперед передача. Кажется, не проходила. Герейро. Поскольку Ракитич на своей половине поля оказывается 0-0. Все неудачи локальные. Месси уходит в центр, остается на ногах, а вот перевод. Зацепился за этот мяч. Вайгель получил на Месси, а вот здесь пас на Дембеле получается. Дембеле Аканжи включает Барселона. Снова прессинг. От прессинга Барселоны Боруссия предпочитает поиграть в контроль. Месси. Суарес. А вот здесь нет положения вне игры. Пас в центр. Опасный момент. Вот это уже последствия введения. Нико Шульц. Какой се. Обыгрывает Хумельс. Какая передача. Опаснейший момент. Не вне игры. Повезло Дортмунду. Очень уж легко от Хумельса ушел Леон. Я говорил уже. Вец Барселоны. Серджо Роберто в штрафной. Прострел. Этот матч заканчивает. Но пока он, да, адаптируется в талонском клубе и не стесняется этого, да, то все-таки у Барселоны на игру, ну, может быть, не прямо сейчас, может быть, в перерыве, может быть, перед вторым. А как же в подкате? Месси, какая передача, тонкая, удары вот здесь-то. Нет положения вне игры, 1-0, 29-я минута. Мгновенно принимает решение Лионель Месси, понимая, что бить здесь не обязательно. Он одновременно и... А вот еще один выход Лионеля Месси. Луис Суарес. Гризман. Падение. Все смотрят на Тюрпена. Играется.
цель. Трактовать. И здесь следующая атака Барселоны. Лионель Месси на ударную позицию выходит и забивает. 2-0. 33-я минута. За 4 минуты Барса забивает дважды. И как счастлив Лионель Месси. Вот он прервал сухую серию в Лиге Чемпионов на Камп Ноу. Вот он забил свой 613-й мяч в 700-й. Эпизод с Жеромом Буатенгом. Простая передача на Роберто. Прострел. Есть люди, которые... и вундеркинд Фать. Впрочем, после передачи Месси из центра на фланг. Ходов Люсьена Фавра во втором тайме. И не раскачивал, раскачивал оборону Дортмунда. И 7-3 удара, 4-1 в створ. Да и кроме того, Боруссия играла на своем поле. Это понятно. В гостях очень давно дортмундская оборона. Ракитич. Скидка на Лионеля Месси. Ну и Суарес. Имеет влиять на ход матча по ходу игры. Хакими! Потому что Шамах был все-таки атакующим футболистом, а Хакими изначально это крайне... В одно касание играет Серж Роберт. Серьезных проблем. Матч с Дортмундом проникающий. Это Луис Суарес. Да его перед... Пусть. Две минуты добавляет Климан Тюрм. Во прессинге выбирается. Фирпо. По диагонали назад. Суарес мяч пропустил. Ракитич. Месси. Чем Нико Шульц, а соответственно Герейро становится левым защитником. Хуньор Фирпо в центре, 23-й Самуэль Умтити, 15-й Клеман Ланг. Серьезно изменить Хуньор Фирпо в атаке. В первом тайме поначалу не очень. Антуан Гризман, который заменил Дембеле. Гризман! Это вечно продолжаться не может. Барселона рано или поздно ускоряется. И вот где атакует Умтити. Центральные защитники Барса не боятся подниматься. После долгого розыгрыша пошла длинная диагональ. И снова Дортмунд. А Дортмунд это крайне редко делает. Санчо отрабатывает в обороне. Так, Прико. Санчо слева. Все-таки привычная позиция для него правого. Нападающего оставили. Правда, разгона нет. И Санчо передачу отдает. Слишком далеко. Не испытывал такого серьезного разочарования. Позволил Гризману разогнаться. И дриблинг Месси. Но здесь, правда, страху. Ну, вы знаете. Но сам Месси пытается доказать, что он не пытался там выпросить пенальти. Проверяет. Был ли там фол? Нет, не было. По счету, что еще осталось? Там в списке. Недостаточно быстро, если хотите. Какие довольно бессмысленных передач дортмундской Боруссии на чужой половине поля сегодня. Но вот Герейро. Который не впечатлил пока Серджо Роберто. Заброс. Поддержал здорово контратаку. Его не остановил. Гризман. Ведь уже неудобно. Дортмундской Боруссии. Вот здесь уже за пределами поля. 10 минут команды сыграли во втором тайме. Хочешь влево, хочешь вправо. Держит мяч, попробуй отними и бьем. После такого же количества матчей в прошлом сезоне. Пошла Боруссия в атаку. Санчо. О том, что, может быть, и не стоило ссориться с топом дортмундской Боруссии в последние годы, потому что каждого из них сравнивает с Юрген Клоппом. Чемпионов победы в Кубке и очень много классных игр. Команда Жан, универсал, боец. Свой по-хорошему игрок. Тер Стеген. Левой рукой. Этот пункт о том, что он может уйти, когда захочет сам. Он в контракт. Брандт. Количество. Раз он мяча касался. Небрежный получилось. Есть разрывы. Правда, пас нами. Барс интересуется. Правда, наверное, скорее всего, не зимой, а следующим летом. То левый, то правый. Вроде бы предпринимает дортмундская Боруссия так медленнее, что в таком экономичном режиме. Тем более, что тема ЭКЛ. Вот сейчас передача. Мяч почти. Сейчас Луис Суарес направо. Гризман ждет как раз передачи на дальний шаг. Начнет сегодня еще и головой забивать. То пиши пропал. Да Санчо. А передача. Грант открывался. 66 минут позади. Заброс в штрафную. Прежнему фигурирует голов. А это Гризман. Показалось.
И в дальний угол одним касанием мяч перед. Гризман обогнал Пищика. Просто не успел Пищик. На нескольких метрах Месси убирает мяч влево и проникающая диагональ. Пролетела центр поля. Дождавшись, накатывает на табло 3-0, 67-я минута.